В Саратове появился новый памятник. Представителей этой мужественной профессии в металле на территории нашего города еще не увековечивали. Место выбирали с особой тщательностью, чтобы было символично и служило примером современникам. Кому же посвящен памятник, открытый в День России, узнаем из нашего следующего сюжета. Чей образ пока скрывает покрывало, можно вычислить дедуктивным методом. Сложить все подсказки – фонтаны, стражи порядка и краешки казенных сапог из металла. На улице Волжской открывают памятник саратовскому полицейскому Василию Гришину, который более 100 лет назад на свои деньги провел в Саратов родниковую воду. Курносый, усатый с прищуром. Такой образ саратовскому городовому придумал и выковал скульптор из Волгограда Сергей Кирин. Работа заняла около года. Ну, это кованый металл, то есть это не то, что мы у нас, вот скульптура у нас же много такой, да? Вот, там это, как правило, литые изделия, вот здесь это кованый металл, сваренный из отдельных элементов. Я думаю, полтонны весит. Но я думаю, о портретном искусстве вряд ли стоит говорить. Фотографии на тот момент не существовало, конечно. То есть это, естественно, собирательный образ такого добряка полицейского. Памятник городовому есть и в других городах России. Калуге, Санкт-Петербурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Омске. В Саратове место у фонтана выбрали как напоминание о подаренной городу воде и как пример современным меценатам. Памятник стоит в окружении магазинов, банков и ресторанов. Разбить вокруг цветники и обеспечить чистоту тротуаров, значит сделать красиво городу и приятно себе, считают общественники. Если это красивая улица, если это красивый тротуар, конечно, люди, проходя мимо, там кафе, магазины, там аптеки, волей-неволей туда зайдут. И сама стоимость этого их собственности, она возрастает, если это все в ухоженном месте и в красивом месте. Тем временем саратовские полицейские уже приняли Василия Гришина в свою компанию и не прочь завести традицию. Например, тереть на счастье шашку или медаль бравого городового. Ну, возможно, и будут тереть медальки, но это покажут уже боевые будни. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.